Вот какого хрена покупать елку в ноябре? Вот это ты берешь и сама ее украшаешь. Малыш, смотри, у нас еще одно бревно появилось. Ты случайно помочь не хочешь? Вот и нахрена нам этот пылесборник? Ты коту праздник хочешь строить или как? Прикинь, кстати, такая же вторая стояла, я из***. Чего? Ну, 100 баксов сэкономили, ну. Вот нельзя было во дворе спилить. Нет, слушай, надо искусственную, хрен писаться, прости господи. Я елку занес. Сегодня жду под ней ящик полусладкого. Сорян, что это баклажанчик, ну как бы уже март. Какая елка? Новый год. Короче, никакой елки, никакого Нового года. Мы еще ипотеку с тобой должны выплатить, ага. Какая красота! Это все для меня? Ну? Хоть за свечки спасибо. Старался. Малыш, выпьем за тебя. Ну что, зая, выпьем за новокупленную приору, а? Ты же знаешь, как я сильно люблю тебя. Ты же знаешь, как я сильно люблю. Пожрать! Чего сидишь, Денис, у меня картофан? Я долго думал, размышлял и решил. Слушай, я пока на толчке сидел, читал комсомолку, понял и решил. Я решил... Выходи за меня. Я решил... Может, нахуй эту приору, а? Может, мы раскупим, а? Ты... Проблему нашли, господи. Я проспал первую пару. Ирина говорила, здравствуйте. Я тут опаздываю, у меня тут водные процедуры. Скоро буду. Алло, Маш, привет. Срочно, сколько пара на сегодня? Теория права? Зачет? Я не приду. Нахрен мне отметить теория права вообще? Может, так умнее? Говнище. Парень молод. Откибас на нас. Как я скучаю по садику. Ну я правда учил. Отлично, так и сдал зачет. Так что ты забыл? О! Завидный. Хочешь быть моей женой? По одной сперва выпьем. Блять, штаны. Парень молодой. Хрена с два. Как-то же две сессии. Ничего не учил, сдавал? Стартуем. Там будет видно. Один. Почему? Там первый... А так хорошо начал, да? Это реально говно. Марья Ивановна, я в столовку. Я хочу быть гинекологом. Гинеколог? Вот больно надо. Какая сука зашла сюда? Эти конченые продуктовые. Что я сделал? И что? У меня нет. Почему я заржал, блядь? Намылся на год вперед. Че реально порезался. О, кипяток, сука. Холодно. Let me take a selfie. Блять. И там шальная императрица. Я сейчас там-нибудь там постучу. Я уже выехал, ну я в метро уже, ну успокойся. В этот раз я точно не опоздаю.
только залез. Да ты там уже час сидишь. То есть тебе воды для меня жалко, да? Кетчуп! Все, теперь буду красивым и молодым. Так я не поняла, это моя маска? Нет? Ай! Я еще в ванне вайны снимал. Ну что, ты собралась? Мы опаздываем. И биться сердце перестало. Ты серьезно? Ты знаешь, ты можешь не торопиться. Мы уже опоздали. А знаешь, я пойду подремлю. Все равно у меня еще часа два есть, пока ты соберешься. А вот такси? Отбой. Тут надолго. Вот уже. Чтобы я еще раз с тобой куда-то пошел. Это вот последний раз, когда я тебя ждал. Понятно? Ну что, собрал? Ясно. Ну сколько можно? Я уже бухнуть хочу. Но это пиздец. Ну и что же тут? О! Ты всегда со всеми так опаздываешь? Или только со мной? Да мы опаздываем всего на 2 часа. Иди собирайся. Сука. Ну что ты там? Еще полчаса? Полчаса, да? Так, я ничего успею бахнуть, да? Я на кухне! Лайфхак. Если тебе говорят, что ты очень много пьешь, отвечай всегда одну и ту же фразу. Я не виноват. Это все мои грузинские корни. Тебя колы, мадам, душу я валу продам, и как будто бы с небе. Чин-чин, ёпта. Здравствуйте, меня зовут Александр, и я на вакансии. Ты тише музыку можешь сделать, бля? Ты сейчас тебя тише сделаю. Я на вакансии менеджер по коммуникациям. Ой, бля. А какая зарплата? А сколько это будет в год? А за 2 года? Где эта дырка там? Ты накупай себе этих гаджетов. Прости, господи. А вот нашел. Перед собесом надо бахнуть. Здравствуйте. Это не чат-рулетка? Ёб твою мать. Ай, блядь. Ты не Галя, тебя тут это. Все, буду ждать вашего ответа. Спасибо, до свидания. Ой, бля, чтобы я еще раз собесы по скайпу проходил. Ой, да пошло все нахер. Так, экзамен по философии, зачет по социологии и курсовая по политологии. Поступил в МИАС. Так, все, один день до экзамена буду готовиться. Ни на что не буду отвлекаться, вообще ни на что. Какой кофе вкусный. Надо загуглить, что за зерна. Чего-то не хватает. О, а теперь можно продолжать. Так, 50 вопросов по психологии, да? Херня. Вопрос один. Говнище. Может, академически идёте, а? Так, сейчас надо написать конспект по английски, потому что завтра зачет. И обязательно сегодня же надо. Мы сейчас сяду и буду делать это, потому что потом... Лёня, привет. Слушай, ты готовился к завтрашнему экзамену? Нет? Я тоже не буду. Давай, пока. Идеально. Я у тебя на стиле, yeah. Чтобы я еще раз шлялся по магазинам. Или ничего не купил. Малыш, короче, мессенджером пишь пакеты. Привет. Ты колбасу купил? Господи! Теперь хоть Инстаграм можно обновить новыми фоточками. Всем хаю-хай, ребята, я накупился на год вперед новыми шмоточками, поэтому скоро будет много новых фоточек. Всем пока. Так, где все пакеты? Да несу я, несу. После такого надо бахнуть. Так, короче, там еще 2 захода, поэтому тебе помоги. И вот нахера мне это все? Ходил за хлебом. Вспрел, как свинота.